Світлана Осіпцова, логопед, магістр з корекційної педагогіки. Практика занять за індивідуальними програмами з корекції патології мовлення у дітей та дорослих більше 5 років. Так, і ми зустрічаємо нашу гостю. Доброго ранку. Доброго вам. Ранку. Вітаємо в нашій студії. Ну, по-перше, дякую, що так рано завітали до нас, бо це такий ранній підйом, я розумію, що, але... А, ну, це бодріт. Так, прокидаємось і, звісно, говоримо про важливу таку проблему в мовленні, заїкання. Досить часто вона зустрічається у дорослих, у дітей, ну, це частіше з дитячого віку, і так? І кажуть, що потім у дорослому віці переростає людина. Так, але спочатку говоримо про те, що це взагалі, що це за патологія, чому вона виникає, можливо, це як є по спадковій лінії, чи це просто само воно через нерви. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, город, доброе утро, девочки. Спасибо, что принимаете в студии в столь ранний час. Заикание в медицине называется логоневроз, да? Это заболевание. Также оно бывает нескольких типов. Оно бывает приобретенное, а бывает врожденное. Американские ученые доказали, что существует ген речи, и этот ген речи, он помогает нам активировать речь, восстанавливать речь, и также вот иногда бывают, да, подобные патологии, такие как логоневроз. Логоневроз бывает легкий, а бывает старый. Что такое легкий? Легкий — это когда заикание только появилось у ребенка, либо у взрослого, и в течение, там, не знаю, 3-4 до 6 недель его можно легче откорректировать. Когда уже заикание старое, то есть ему там 3 месяца, полгода и год, здесь уже нужно работать группой специалистов для того, чтобы достигнуть цели. А чому взагалі з'являється це заїкання? Ну, особливо у дітей, якщо це, ну, короткий. Особенно у деток появляется заикание на сегодняшний день, потому что активируется резко речевая активность. То есть не говорю, заговорю. Да, современные дети не говорят до 3 лет, потому что они больше в гаджетах. Вот. И когда ребенок радостный, ребенок на подвышенном, да, как бы эмоциональном фоне, он начинает говорить, и его поток мыслей не справляется с его речью, с его дыханием. Вот чаще за последние, да, там несколько лет, 7, заикание появляется у детей с 3 лет, мама приходит, говорит, не пугался, ничего, ну вот заикание есть. Ну и это заикание можно его за 6 тижнів відкоригувати, так я розумію? Нет. Чи просто перевчити дитину, можливо, навчити думати? До 6 месяцев это считается свежее заикание. Если 1,5-2 недели мама заметила, что ребенок заикается, да, то непосредственно нужно ребенка не трогать, не поправлять, а просто замедлить речь. Речь замедляется, тембр замедляется, и обратиться, конечно, нужно к неврологу. Потому что, да, как бы невролог правильно поможет откорректировать данный момент, если вдруг заикание действительно связано с психосоматикой, ну, с невралгией. Дивіться, існує думка, що у порівнянні із дівчатками заикання хлопчиків, ну, виникає в 3-4 рази частіше, ніж... Да, возможно, согласна. По статистике, по практике чаще обращаются мамы мальчиков или подростки, действительно мальчики. Почему? Заикание – это люди, которые имеют эмоцию радости, да? Они радостные, они хотят быстро поделиться своими эмоциями. То хлопчики больше эмоциональные? Да, мальчики во возрасте от 3 лет, они больше эмоциональные. А потом, когда происходит пубертатный период и все меняется, скажем так, с ног на голову, девочки становятся более эмоциональными, мальчики становятся более структурными. Да. То есть это все через эмоциональность, так? Эмоциональность, да. Эмоциональная сфера, она очень как бы влияет на психосоматику. Радость, да, она захлестывает. Ребенок хочет быстрее, а дыхание, артикуляционный аппарат не справляется. Но также бывают и патологии, да. Это мы говорим, вот если, например, при запуске речи. Но стоит также упомянуть, что бывают патологии. Бывает врожденное заикание, которое передалось по наследству от мамы. То есть в моей практике было 4 таких случая. Бывает заикание, которое появилось после заболевания, да, то есть это нервная система, происходит дисфункция работы мышц речевого аппарата, лицевых нервов и так далее. А якщо, наприклад, у сім'ї ніхто не заїкається, і дитина тільки почала розмовляти, і мама відчуває, що вона, ну, заїкається, чи потрібно звертатися швидко до лікаря, чи, можливо, воно прийде саме?
Якщо не було такого уроду? Буває, що проходять самостоятельно, ну, це дуже рідко, 1% із 100. Лучше обратитися, конечно, к спеціалісту, не ждать. Обычно мами ждуть год, это минимум, да? А потом уже они обращаются. Уже входит в привычку разговаривать именно так, именно с такими запинками. И потом, когда ребенок уже начинает ходить, корректировать, да, заикание, уже у него есть эта привычка. Уже идут импульсы из головного мозга, опираясь на тот опыт, на ту привычку, которая есть. Вот, например, есть такой миф о том, что пение, оно помогает, ну, да, как бы... Так, часто кажется, что часто, да. Співати, чи, можливо, чимось займатися, воно пройде саме от... Часто так говорят, но в моей практике вот прямо сейчас есть девушка, которой 17 лет, она в детстве испугалась собаку, и родители отдали ее на вокал. Она поет с 5 лет. Но на сегодняшний день заикание, оно присутствует. То есть у нее дисфункция лицевых мышц, то есть лицо, вот, немножко дыхание, то есть вот тот вот как бы, да, страх, который она испытала, он прописался у нее. И, как она говорит, я боюсь три буквы там, да, БП и вот еще какая-то, не помню. И она говорит, я даже когда вижу в тексте, вот, ну все, вот этот вот страх у нее сковывает, и она хочет, она может, она поет шикарно, но когда в речи, в диалоге, вот, ну, ей сложно. Вот за 4-5 занятий она пришла и говорит, я уже отвечала в институте. То есть, ну, она довольна. Ну, а що ж робити? От мама помітила, пішла до спеціаліста, от їй сказали, що так, у вашої дитини є заїкання, що робити далі? Ну вот да, есть некоторая такая структура, мама увидела, да, что заикание у ребенка есть. Это либо запинка первого звука, либо повторы слога, либо даже повторяющие слова. Да, либо ребенок вдыхает вот так вот, это уже считается логоневроз. Маме нужно обратиться к неврологу. Иногда нужно обратиться к нескольким неврологам, да, чтобы найти своего специалиста. Обратиться к детскому психиатру можно. Это также врачи, которые работают с нервной системой. С головным мозгом в частности. И затем заниматься нужно. Обязательно нужно комплексный подход. То есть это работа с психосоматикой, с эмоциями. Это работа с дыханием. Это работа логопедическая, естественно, с артикуляционным аппаратом. Ну, как бы еще некоторые моменты у меня есть свои, как у специалиста. И, ну, такой довольно-таки путь. А якщо заикання це спадкове, чи можна його вилікувати? І чи є шанси, взагалі... що в майбутньому воно не повториться? Чи можна взагалі вилікувати заикання? Бо каже, що інколи це невиліковно. Если заикання перейшло, как бы, да, передалось по наследству, чаще вот по линии мам. По линии папы, ну вот в моей практике всего один случай был, муж просто не обращались, а по линии мамы, вот, говорю, мне 4, как бы, да, было случая, то коррекция происходит, но насколько готова мама, да, войти в тот режим, потому что, ну, некий режим должен быть вокруг, спокойная, мелодичная речь. Мамы, как правило, у детей, которые заикаются, они сами по себе импульсивные, у них тоже перепады эмоциональные. То есть в первую очередь нужно справиться окружению вокруг этого ребенка и человека. То есть если готовы все замедлиться, то коррекция возможна. А на ваш вопрос, может ли вернуться заикание? Да. Может так. Оно может вернуться. Ну, все мы люди, мы живем, у нас есть эмоции каждый день. И ввиду некоторых ситуаций жизненных, заикание может вернуться, как уже прописанная ранее в головном мозге ситуация, которая была. Ну, то есть такое бывает. Рецидив называется. Так, слухайте, ну, дуже так важливо, я думаю, варто звертати увагу на це і не чекати. Там рік-два, що дитина це пройде, це головне спитати, зайвий раз не буде. Вчасно звернитися, значить. Давайте зараз підрозумуємо усе і просто такі висновки, що обов'язково варто знати батькам, у яких дитина от почала заїкатись. От, тільки помітили, так, або навпаки от відчувають, так, що вже деякий час вже є таке. Якщо некоторе время уже заїкання є, родители заметили перше – замедлиться. Самим не делать ребенку замечание, говори быстрее, там, договаривать за него слова, то есть он должен все-таки сам сказать, обратиться к специалисту, конечно же. И самое первое, чем можно помочь, это дыхание. То есть когда ребенок радуется либо переживает, потому что радость — это первая эмоция заикающихся людей, а переживание, печаль, внутреннее погружение — это вторая. То есть помочь выходить из этой ситуации, опять же, не подталкивая его, давай быстрее.
что очень многие, да, вокруг, они привыкли в ритме таком жить, а этому ребенку либо человеку нужно немножечко замедлиться. И те люди, которые приходят и хотят откорректироваться, либо мамы, ну, это я благодарна им, потому что на самом деле они делают очень большой шаг, и они смелые. Ну, то есть они уже для себя приняли решение, и они уже начали меняться для того, чтобы помочь. Дякуємо вам, що завітали сьогодні до нас. І, як завжди, лаконічно, точно нам все розказали. Я думаю, матусі, які зараз дивляться, якщо почують вже у дитини такий, то вони одразу собі зроблять сигнал і побіжать до спеціаліста. Дякую вам. Нагадую, Світлана Осіпцова, логопед, була сьогодні у нас в гостях. Поговорили про Міжнародний день людей з заїканням. Що робити, якщо у вашої дитини от, виявили або цю, тільки почули, або вже цю проблему. Так, обов'язково звертайтесь до спеціаліста. Дякую вам.